Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Апатион, и мы находимся в аду с вами. Я не знаю, что это, давайте запоминать. Бык, голубь, осьминог. По карте, если посмотреть, ну здесь что-то... Ни хрена себе. Пока я не понимаю, что здесь происходит, я выпью просто напиток. Хотя давайте еще и сияние выпьем. Бык. Дельфин, бык, собака. Собака. Собак, конь, кабан, змея. Кабан. Типа кто кого победит? Осьминог победит. Или мне нужно выбирать животное, которого нету там? Скорее всего так. Собака, бык, рыба. Собака. Кабана не было. О, да, все-таки. Нужно нехватающего. Бык, крабик. Бык, краб, дельфин. Голубь, змея. Ну, запомнил. Крабик был. Кабана не было. Так, конь, бык, змея, голубь и три водяных. Бык, бык был. Не помню. Крабик был. Бык, 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 бык был. Нет. Был бык. Или конь был. Так, этот был. Собаки не было. Окей. Нормально. Домаида. Так, мы в доме Аида. Обещается просто... Ты отправил меня в ад, а теперь последуешь за мной, чтобы терзать мою душу? Я буду счастлив погасить свет в твоих глазах. Давай, давай.
Сейчас я с твоим скелетиком разберусь, так и с тобой разберусь. Тихо. Готово. Мана тут много чего дают. Порошки, до хера хилов. Я типа буду каждый раз с боссами драться. Я типа сразу заряжаюсь с теми, кого я сюда отправил. А нет. Смертные, воплоти, принес свое тепло в мои холодные залы. Чем обязан такому удовольствию? Мы не можем вернуть к жизни твоих любимых. От этого всегда были одни лишь беды. Любой, кто является в наше владение, остается здесь навеки. Нет. Он пришел просить о возвращении весны к Верховному миру. В его душе та же грусть, что и у моей матери Деметры. Зевс оборвал связь между смертными богами. Семена весны навеки погребены под землю, независимо от моей воли. Хотя, возможно, пришло время отказаться от моей власти в возрождении. В конце концов, именно она так долго нас разделяла, муж мой. Сильный росток должен пробиться сквозь твердую землю, чтобы увидеть солнечный свет. Но много навеки остается в земле, которой росток ты. Семена Персефоны. Так, семена весны, долго покоившиеся под землей, требуется прикосновение матери, чтобы принести процветание и урожаи. Подожди, все? Я думал, типа я буду сражаться с Аидом. Окей. Ну, ребят, если что, тогда я прошлую серию назову там что-то реки, что-то ад, или отправляемся в ад, путешествие в ад. И в этой серии мы что-то иное придумаем. Ты вернулся? И с подарком Персефоны к тому же. Я чувствую твое участие, Никар, и благодаря тебе за мужество. Я не хочу, чтобы твой народ погиб по прихоти Зевса. Однажды я чуть было не способен вашему вымиранию. И это не принесло мне ничего, кроме угрызения совести. Возможно, я смогу искупить свою вину. Хотя бы в малой степени. Обладая объединенными силами весны и плодородия, ступай и принеси жизнь туда, куда не могли принести ее я. Так. Сноп Деметры. Посеянная, пожатая и собранная богиней урожая, эта золотая связка прекрасных колосьев содержит силу обновления и роста. Предмет, так, предметы, пищи восстанавливают на 50 больше здоровья? Нифига себе. Прикольно. Не, на самом деле это много, типа 50. Так, с этой стороны все готово. Отправляемся в Олимп. Так, мы с вами в Олимпе. Правильно я понял? Так, вернитесь домой в деревню Диона. А проколь? Ну, побежали. Так, остаться на сложности воин. Вот он, мой муж. Узурпатор. На колени, нарушитель. Пять веков я наблюдал взлет и падение человечества. Каждое следующее поколение прочее предыдущее. Когда-то давно я любил тебя, но как же низко ты пал. Ты не уважаешь законы Олимпа. Ты забыл свое место в мире. Я отвернулся от тебя из-за твоих смертных слабостей и надеялся, что ты уйдешь со
смирением, достоинства, как все до тебя. Но вместо этого ты полностью плюл на ноги. Ты хотел наглости вторгнуться в мое царство, напасть на моих детей в их священных жилищах и корыстно украсть силу богов. Силы, которые ты узурпировал, божественные привилегии, и ты не бог. Так, окей, мы знаем уже одну способность Зевса, он будет метать нас молнией. Деревня Диона. А я еще в Апроколь не ходил. Или я туда потом полечу? Ну, мне, в принципе, только идти прямо. Клянусь посохом Аскепи, никогда не думал, что снова увижу твое лицо. Если раньше боги нас не заметили, сейчас они точно обратили на нас свой взор. Немногие из нас добрались сюда, когда началось землетрясение, но я делал все, что мог. Боги, помогите нам! Окейшки. Зачем ты делаешь это? Мне нужно дойти до храма. Но по факту мне нужно просто бежать. Крабик. Я понял. Они отчаялись, походу. Ёп твою. О! Я вижу, ты плохо восприимчив камнем. Не, ну это вообще как-то херово. Хорошо, что у меня тут камни есть. А, стопэ. Так. Отличненько. Уже вернулся из транций? Боюсь, мы пока не можем устроить тебе смотр. Небо разверилось, словно рот Зевса. Потом эти ублюдки набросились на нас, словно стая стервятников. И земля раскололась, словно пораженный молот богов. У нас не было ни единого шанса. Я собственными глазами видел, как рухнул храм. Я тебя понял, приятель. Мой булыжник. Ну, типа, по факту я могу с этими и без... Ой.
Так, подожди. 35, 33. Ни хрена ты меня толкнул. Окей. А чё я сундук типа открыть не могу? А, его взламывать надо. Понимаю. Сколько молот кузнеца урон наносит? 29. Окей. Так, мне туда понятно. Никандр! Они всех убивают. А тех, кого не убили, целиком поглотило море. О боги, где же бочки вина, когда они так нужны? Подожди, я пойду с собой. Идешь? Так, сразу переключаемся дальше. Оружие. Такие берем обычные. Сарис. Булыжник. Так, возложил на землю ладони волокой Гера и сотворила молитву такой... А, это было. Нужно было тогда сюда, да, сначала идти? Да уж. Отбились мы от вражины, но все равно что-то здесь. Недобро. Прими мои искренние извинения, Никандр. Зевс не оставил без внимания наши поиски. Мне пришлось развязать все подозрения о моей связи с тобой. Ты отважный герой, несомненно, но твои методы грубы. Но Зевс, дурак несчастный, продолжает верить в мою верность ему. Ты же понимаешь, что это необходимый обман? По его повелению, ярость Посейдона, повелителя моря, превратила в руины даже наши самые крепкие стены. Мой горячо любимый сын Арес был воином, посылая свои солдат убивать твой народ. Уми руководит коварная Афина, чья хитрость не имеет милосердия. Скоро не останется ничего, кроме кипящей воды и забвения твоего народа.
Обрати свое отчаяние и возмездие, Никандр, ибо мы все ближе к свержению этой рыбной свиньи, сидящей на вершине горы. Возвращайся на Лим, вырви из мелких божественных штук. Действуй быстро, твой бедный мир еще можно спасти от гнева богов. Печать Акрополя. Покажите печать, и врата Акрополя Лим откроются перед тобой. Взберитесь на высоту горы. Отомстить за свой народ. Отомстить за свою королеву. Окей. Не заметьте, что я с камнем туда лечу. Но будет ли камень там со мной? И это уже спорно. Да, камень все-таки со мной. Так, ладно, камешек я думаю здесь оставлю. Блин, ну может... Ладно. Побежали, короче, по-быстрому. Я слышу, что война проходит хорошо. Мы совсем скоро вернемся домой. Мне все равно нужно... Слушайте. Хотя там будет телепорт, я думаю. Там, скорее всего, будет телепорт, и я с помощью телепорта отправлюсь... тот город в Олимп. Так, Акрополь. Сколько здесь этих домов, манать? Сразу открываем врата. Хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Окейшки. Найдите, найдите. Сохранение, сохранение. F5. Ну, начнем тогда снова вот так по кругу. Подожди, но мне все равно нужен черный рынок Акрополя. Да, 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 я не имею права здесь находиться. Так, рынок Акрополя. Мне главное... Так, давайте сразу начнем с левой стороны. Ух ты, тут уже летающие какие-то. Пятьдесят четыре на ручье героя. Anarchy and chaos. Давай, черный рынок. Ну, здесь, в принципе, могу... Ну, смотрите, цена не такая уж и большая. Видите, типа, на мечи всякие. 35. Мне бы улучшение сразу приобрести. The conqueror of God. Так, что мне лучше прокачать? Копьям, дубинки. Шестьсот. Mm.
Ну, такое. Ни один молоток я могу купить. Блин, нужно вот это был рецепт лучше было брать. F5. А давайте теперь думать. Сколько у меня копий наносит? 29. Ох ты ж, ё-моё. Окей. Так, подожди. Тихо. Следующее оружие. Так, 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 дубинка. Тихо. Не даем. Хорошо. Окей. Отлично. Еще один. Ну, пойди, я думаю, я справился. И справился, наверное, я на ура. Подожди, сейчас мы с этим разберемся. Просто понимаете, я сейчас получу халявное улучшение. Кому не нужно халявное улучшение? Вы вот мне скажите. Все.
всем нужно халявное улучшение. Продавец оружия. Ну сюда можно еще попасть. О, там много чего, слушайте. Ну давай. Ну, лук только могу вкачать. Рвение. Это прием. Да, скорость атаки. Да. Тук-тук-тук-тук. Печаль. Печаль, беда. Черный рынок. Черный рыночек. Ну здесь, в принципе, тоже ничего нету такого. Так, можно теперь мне отсюда выход найти, пожалуйста. Нашел. Ну, нам в левую сторону, в принципе, идти просто. Ну да, F5. Сохранить. В стародавние времена многочисленные племена людей, несмотря на распространенность, угнетали поверхности полногрудой земли. Увидев это, Зевс жалился над ней и по мудрости велению сердца решил избавить всепитающую землю от людей, посчитав, что множество смертей может освободить мир. Понимаю. Понимаем. Ну, F5. Взломаем дом. Вниз еще пойдем, взломаем тоже дом. Да, не лучше. Это чё? Стоп, стоп, стоп. Это... Не смей. Ладно, нормально. Добро. Огненный меч. Так, дубинка. Как далеко? Ой, ё-моё. Ah!
Окей. Ну, я сейчас пособираю просто ресурсы. Кто знает, что здесь может быть. Камни, видите, есть. Много всего. Много всего полезного. Греческий кувшин. Так, дубина. Так, дальше тришка. Клинковый щит. Так, солнечный диск. Это хорошо. Но смысл мне туда идти? Хы, чтобы, блин, встретить двух стражников, которым мне просто лицо начистят. Так, готово. Наверху был проход. Побежали туда. Зачистим этот дом и отмычка. Зачистим этот дом и закончим. Там ничего ценного вообще нету. Так. Доро. Я понял. Кулаки. Дубина. Хотя... Ну, 20 монет. Ваза. Понимаю. Ну ладно. Давайте выходите отсюда. Да, наверное, и все. Типа, я дальше не буду защищать. И насчет игры. Скорее всего, я на этом пока что остановлю прохождение. Я начну проходить игру Shadow Warriors 2. Как пройду Shadow Warriors, может быть, когда-то потом я вернусь в эту игру. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.